С 1 июля 2021 года установлена ежемесячная выплата нуждающимся родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет. В нашей области эта сумма 4850 рублей. Пособия могут получить семьи, где один родитель погиб, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении, а также разведенные супруги, не получающие алименты, установленные судом. Беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, тоже могут запросить финансовую поддержку – 5317 рублей. Во всех случаях среднедушевой доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума. Кроме того, есть еще критерии нуждаемости, такие как имущественные критерии нуждаемости. То есть мы оцениваем наличие в семье собственности, недвижимости, такой как, например, квартиры, домовладения, наличие транспортных средств. Чтобы получить финансовую поддержку, нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через портал госуслуги или в отделении по месту жительства. При получении выплат за алименты обращаться в службу судебных приставов не нужно. Разъясняем гражданам, что предъявление исполнительного документа о взыскании алиментов в Федеральную службу судебных приставов не является обязательным условием для получения данной выплаты. В дальнейшем, в случае необходимости получения дополнительной информации, она будет предоставлена службе судебных приставов по запросу Пенсионного фонда.